На территории обслуживания и управления МВД России по Одинцовскому городскому округу за 9 месяцев прошло более 200 массовых мероприятий. 5 из них с участием первых лиц государства. Для обеспечения общественного порядка и безопасности было задействовано более 3000 полицейских. За совершение правонарушений в местах массового скопления людей к административной ответственности было привлечено 25 человек. За 9 месяцев 2019 года в дежурной части Одинцовского городского округа поступило 68 308 заявлений, сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, что на 8,5 больше по сравнению с аналогичным периодом. За отчетный период наметился рост раскрываемости преступлений, в том числе и по горячим следам. Некоторые отделы полиции особенно преуспели в этом направлении. Нагрузка на одного полицейского составляет 1,18 преступлений, область 0,98. Лучших сотрудников полиции, показавших наиболее высокие результаты по итогам оперативной деятельности, отметили грамотами и благодарственными письмами. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».